Иди, не садитель, упокой, Господи, души раб твои, на тябу упование возложиша. Мемориальную доску установили год назад. Средства энтузиастам помогли собрать предприниматели. Инициативная группа начала сбор информации с архива областного суда, где взяли приговор сотрудникам железнодорожной станции Пушкина. Вот все, что есть из официального приговора – фамилии, инициалы. 40 лет назад пешеходный мост не выдержал потока пассажиров. Как пишет Википедия, часть пролета моста в считанные секунды критически накренилась, оборвала протянутую ниже контактную сеть электропоездов и рухнула вниз вместе с большой частью находившихся на мосту людей. Несмотря на то, что высота падения не превышала 10 метров, было большое количество погибших и травмированных. Многие упали прямо под колеса прибывающего и не успевшего затормозить загорского поезда. Некоторые погибли от поражения электрическим током, от контактной сети или были прибиты падающими вслед за ними развалинами и людьми. Я садился на платформе Завета Ильича. Электричество опоздало на 20 минут. И люди, которые пошли на следующую электричество, сели в эту же самую. Было очень много народа. В 11 часов она подошла с платформы станции Пушкина. И там было две лестницы, южная и северная. То есть северная туда Заветом, а южная – к Мамонтовке. Все почему-то предпочитали северную лестницу. А я пошел на южную. Эта лестница вот та, я повторюсь, та северная лестница, она была целиком набита. Было 17 августа, все готовились в школе, детей всех везли для... Потому что тогда в районе ничего не было, только магазины были основные в Пушкин для детей, для школы. И поэтому народу было много. Я не верю, я не считаю, что 20 тысяч человек погибло. Считаю, что больше, и считаю, что больше пострадало, и тяжело в том числе, чем 10 человек. Поезд подошел, госпожа еще электричество с Москвы. Тоже пушкинская местная. Все вышли, все спокойно. Кто-то пошел на, кто-то стал соскакивать от обычно, кто-то пошел на вот эту, на мост, на эту, на лестницу, на северную. Я пошел на южную. Было все очень планомерно, спокойно, никаких волнений. И потом и у меня были эти свои мысли. И вдруг ни с того, ни с сего я упал, лестница моя упала, я это пошел. И я так на какое-то время потерял сознание, потом тогда очнулся, вокруг суматоха, люди забегали, кто-то кричит, а рядом со мной мужчина лежал, у него все ноги были разорваны, потому что было лето, у него короткие были эти брюки, было видно. Я его стал успокаивать, успокой, сейчас нас заберут. Я попытался встать, не смог, потому что у меня бедро было переломано, сломано бедро. Вот, и, в общем, привезли, поехала машина, всех собрали очень быстро, подключили всех людей, всех сотрудников, и нас всех развозили по больницам, кого туда. У меня был перелом шейки бедра, меня отвезли в Подлипки, потому что Пушкина не хватало больницы для всех, от меня Подлипки отвезли, там ставили гвоздь, отлежала 20 дней, потом на костылях ходил, потом долечивался в Пушкине в больнице в этой самой. Потом из министерства в Подлипке, там, где я лежал в Подлипке в сентябре, приезжали из из министерства путей сообщения, привозили нам подарки пострадавшим. Мне повезло, что я поднимался с этой стороны, с южной, поэтому у меня меньше. А там потом рассказывали, уже очевидно, там я лежал вместе в больнице с ними. Там вообще была мясная каша, потому что люди хватались друг за друг, что тогда падали, хватались за эти провода. Там не пойми что. Вот действительно спасло нас то, тех, кто поднимался по южной лестнице, по мосту, ближе. А почему-то все предпочитали ту лестницу. Я не знаю почему. Всегда на той было много, а на этой было мало. Не знаю почему так. Мы третий год занимаемся восстановлением памяти об этой катастрофе. Сегодня у нас очередная панихида. Мы занимаемся также катастрофой в Мамонтовке, которой было 50 лет в том году. Этой катастрофе 40 лет. Мы установили в том году табличку, восстанавливаем имена всех погибших, потому что для нашего города это очень важное событие, и о нем важно помнить. То есть многие спрашивают, зачем, но именно для того, чтобы не повторять в будущем эти ошибки прошлого, чтобы память о тех людях, которые пострадали невинно, по халатности, безалаберности, она хранилась и сохранялась годами, и больше такого трагедии не было в нашем городе. Мы получили приговор в том году Московского областного суда. Тут не все имена погибших, но хотя бы некоторые факты прояснились. Сейчас в Пушкино обсуждают возможность установить в сквере указ на улице Лесной в Пушкино памятную часовню.